Граффити художники рисуют на улице Виноградной. В этом дворе расположена городская спортшкола единоборств, руководство которой выступило инициатором нового проекта. На подпорной стене сразу три сюжета, и все выполнены в разных жанрах. Изначальная идея, так как в школе находится исторический клуб, изначальная идея как бы изобразить подвиг дедов и как бы изобразить самые основные ценности, которые должно чтить молодое поколение, это подвиг наших предков, а также спорт, здоровый образ жизни. Здесь нарисованы фрагменты в разном жанре, это как иллюстрация, так и фрагменты будут фотореализма, а также вот часть, которая находится за моей спиной, она выполнена в стиле поп-арт. В стиле поп-арт граффитисты нарисовали защитников Отечества, которые ковали великую победу. Здесь и моряк, и пехотинец. В своем классическом стиле, монохромном, изобразили пограничника, который защищает рубежи своей родины. А в стиле фотореализма – спортсмена с медалями за первое место, который также символизирует победу. Всю эту картину члены команды нарисовали за 3 дня, но роспись еще не закончена. Финальную точку в виде цитат на заданную тему они поставят через 2 дня.